Итак, традиционно сначала предлагаю в целом, да, посмотреть на акты судебной коллегии по экономическим спорам, которые затрагивали вопросы общей части налогового права. Правда, здесь сразу хочу отметить, что не все акты, судебные акты, носят какой-то содержательный характер. Так, например, определение по делу Русгидро в принципе не содержит каких-либо выводов, поскольку налогоплательщик отказался от своих требований. Поэтому в целом обратите на это внимание.